Приветствую! Вы попали на мой канал. Это канал Олега Матвеева. Я просто хочу немного рассказать тебе о том, кто я такой, чем я занимаюсь на тот случай, если вдруг ты никогда обо мне ничего не слышал. Это, конечно, вряд ли. Обычно на моем канале тусуются те люди, которые уже посмотрели какие-то мои прямые трансляции или были на каких-то лекциях и так далее. То, чем я занимаюсь, называется «Ясная практика жизни». Это такая большая всеобъемлющая тема, которую я иногда объединяю таким девизом «этому тебя нигде не научат». Потому что это все то, что помогает человеку жить, помогает человеку справляться с какими-то проблемами, вопросами, с вопросами развития, в том числе создания способностей и так далее. И меня можно часто встретить с какими-то лекциями, например, в культурном центре «Белые облака». Я читаю лекции на самые разные темы, и записи этих лекций, кстати, тоже есть на канале. Также на канале бывают такие мероприятия, я их называю ОМ-практика. ОМ – это Олег Матвеев, сокращенно. Где мы собираемся, и вот через Zoom или через YouTube делаем какую-то практику вместе, которую я придумываю, и которая направлена на развитие, на создание какого-нибудь навыка или на проработку, прояснение какой-то темы. Также у нас есть мероприятие под названием ОМ-клуб. Это то место, где собираются те люди, которые уже давно в теме, и они там что-то практикуют и хотят получать какие-то компетентные ответы по разным вопросам, которые возникают по ходу практики. У меня есть большой-большой такой образовательный проект. Он называется Международная академия ясного коучинга, или сокращенно МАЯК. Но об этом я в прямых эфирах и в разных видео постоянно рассказываю. Это довольно большое такое мероприятие, длится оно больше, чем полгода, где студенты, курсанты систематически изучают прикладную часть ясной практики жизни, то есть все те инструменты, которыми можно пользоваться для создания вот этих самых навыков, которым вас нигде не научат. Также, конечно, я провожу индивидуальные сессии, то есть работаю с людьми индивидуально, ко мне можно записаться, разобрать какой-то, прояснить свой вопрос. Но опять же, да, скорее всего, раз вы это видео смотрите, то уже кто-то вам что-то обо мне рассказывал, так что вы примерно знаете, какими темами я занимаюсь. Ну а если не знаете, то сразу давайте по ссылкам пробежимся. Если не знаете, то обязательно подпишитесь на мой канал, потому что на нем колоссальное количество разного контента. Есть контент общедоступный, есть контент для спонсоров. То есть если вы темой как-то прониклись, то я вам рекомендую, естественно, вступить в ряды спонсоров. Тогда между нами и вами возникнет адекватный обмен, и вы сможете множество полезных вещей получать под свой запрос, скажем так. Да? То есть спонсоры – это те люди, которые финансируют существование этого канала, ну а я в ответ, соответственно, делюсь всеми полезностями, которые у меня есть. Если вы предпочитаете Инстаграм, например, залипаете в Инстаграме, то у нас в Инстаграме тоже эксклюзивный контент, обязательно туда подпишитесь. В скором времени я планирую там развернуть довольно интересные мероприятия. Но если вы это видео смотрите уже после записи его, позднее, то, собственно, подписывайтесь, посмотрите, что там происходит. Также у нас есть канал в Телеграме, который представляет собой такой накопитель. Туда обычно прилетают ссылки со всех других моих ресурсов, и там можно постоянно быть в курсе, читать интересные посты из моего блога, видеть, какие видео выходят на YouTube, видеть, на какие вопросы я отвечаю, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, ссылку на Академию я уже показывал. Есть еще вариант, до сих пор некоторые люди любят аудиоверсию слушать, аудиоверсии того, что происходит, поэтому у меня есть еще канал подкастов, но можно либо вот по этой ссылке заходить, либо у себя в том приложении, через которое вы слушаете подкасты, просто наберите «Ясная практика жизни», Олег Матвеев, и вы меня, конечно же, легко найдете. Так что вот такое у нас место, где можно послушать лекции, можно поучаствовать в ОМ-практике, можно вступить в ОМ-клуб, можно обучиться и получить даже диплом государственного образца по специальности клиническая психология, системный консультант, психотехнолог, для тех людей, которые серьезно в тему вовлекаются. Можно проработать свои какие-то индивидуальные темы, если они у вас есть, обратившись ко мне как к специалисту по всем этим темам. И также периодически у нас бывают выездные мероприятия, выездные ретриты на разные темы, где мы уже вот серьезно, вживую, с утра до вечера, неделю или две прорабатываем, проясняем какую-то тему.
Обычно, опять же, туда приезжают люди, которые достаточно хорошо уже меня знают и достаточно готовы к тому, чтобы в такую деятельность вовлечься. Чтобы вас не заинтересовало, если вы чувствуете какой-то резонанс, то еще расскажу, да, что довольно часто бывают прямые эфиры, поэтому подписывайтесь на канал, посмотрите те прямые эфиры, которые уже были, посмотрите, что вас там интересует, задавайте вопросы, можно задавать в комментариях под этим видео. Если вы подпишетесь на канал, то вы ничего этого не пропустите. И обязательно, если вам что-то нравится, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Давайте будем эту тему продвигать с тем, чтобы YouTube нас замечал, с тем, чтобы к нам приходило еще больше интересных и заинтересованных людей, таких как вы, и тема ширилась и развивалась. Ну, собственно, это все, что я хотел сказать в этом маленьком таком вводном видео. Все ссылки, которые я упомянул под этим видео, тоже есть. Можете по ним покликать, посмотреть, написать мне, поделиться чем-то своим со мной. Буду рад с вами встретиться на любом из этих ресурсов. И буду рад увидеть вас в числе комментаторов или в числе спонсоров на моем канале. Тогда мы с вами сможем пообщаться поплотнее. А уж если мы вживую увидимся, то и вообще будет прекрасно. Пока-пока. Уверен, что где-нибудь мы с вами увидимся.